Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Знаете, когда собиралась сейчас снимать это видео, у меня в голове играла песня, не было печали, просто уходило лето. Вот у нас буквально вчера так же было, не было печали, как бы не наши новые новости. Такое breaking news, самое последнее известие, если так можно выразиться. Турция и как около уже 20 стран в мире закрывают свои границы для нескольких стран. Я думаю, как вы уже в курсе, в Англии был выведен, скажем так, опознан, зарегистрирован новый штамм коронавируса, который, к сожалению, на 70% быстрее заразен, да, быстрее развивается, очень много людей им болеют. Еще пока что не доказано, что он больше летальных исходов за собой несет, более тяжелой форме и так далее, он вообще еще не изучен. Вообще мутация вируса, чтобы вы знали, да, моя мама болела, и она лежала, знаете, судьба, как бывает, совпадение, она лежала с женщиной в больнице, которая создает вакцину в России от коронавируса, которая непосредственно с этим работает, просчитывает и все-все-все такое прочее, то есть она, скажем так, мама моя в курсе всего последней информации, вакцины, вообще вот этих действий всех. И мутация вообще вируса, она, это логично, я думаю, многие это знают и понимают без этой информации, она всегда, естественно, велась еще с весны месяца, это уже отмечали, но вот эта мутация самая сильнейшая на данный момент из зарегистрированных, то есть это не новое ничего, но именно в такой, в агрессивной форме, так быстро распространяется теперь эта форма, скажем так, ковида, что... За буквально 1-2 недели в Англии уже заболело 1000 человек. Напоминаю, что страна-то не очень огромная и большая, и это распространилось по всей стране. Несколько человек привезли это и в другие страны. И, как и другие страны Евросоюза, многие, практически уже все, но я думаю, это будет в итоге, все изолировались, скажем так, Англию изолировали. Пути сообщения, как не только самолеты, у нас только воздушное сообщение с Англией. Турция закрыла, конечно, въезд англичанам, с Англией, кто летит вообще любым людям. Также поезда и любые вообще пути сообщения. То есть сейчас Англия находится в таком изолированном положении, начинается, как когда-то это был Китай. Чтобы этот новый штамм не разносился по всему миру. Это будет сделать просто вот так за пару недель, это все может вообще везде оказаться. И я, конечно, подумала, если в некоторых странах плохо справляются с тем, что сейчас есть, если еще придет новый этот штамм вируса, это будет просто, блин, катастрофа. Надеюсь, все получится, и, скажем так, это смогут удержать или хотя бы начать там изучать в плане, как это действует, что за собой, какие последствия несет. Именно этот штамм более будет изучен. В общем, короче, новая работенка вирусологам, инфекциологам, в принципе, научным светилом у нас подошла. Это просто печально. Я как бы улыбаюсь, но, знаете, улыбка, знаете, от такого типа, да черт побери, осталось 10 дней до конца Нового года, и 2020 не перестает удивлять меня и вообще людей, что еще, блин, будет. У нас реально в этом году не прилетали только инопланетяне из космоса. Даже не буквально вчера я видела рекламный ролик на телевидении турецком, на же новости Турции, и я вообще телевизор практически не смотрю местный, потому что, ну, не могу, я больше что-то в интернете узнаю, нагнетающая атмосфера, вообще новости, в принципе, и моей страны я не смотрю. И была такая реклама, что в течение этого года перечислены были моменты, что в Турции произошло. В Стамбуле сильный дождь с наводнением, ураган, пара землетрясений в январе, снежная лавина в феврале, в Измире адское сентябрьское землетрясение, когда столько людей погибло, это просто и тысяча вообще пострадавших, сколько людей без жилья остались, и пандемия, и все, и там такое перечисление в ролике идет, типа там, чуваки, давайте, соберитесь, год сейчас закончится, давай, ну, к Новому году, все будет нормально, мы со всем справимся, давайте, давайте, то есть даже социальная реклама для людей направлена на то, чтобы они совсем не отчаивались, и дает, короче, понимание того, что вот-вот это сейчас закончится, потерпите чуть-чуть, там, типа, знаете, ощущение складывается, сейчас 10 дней, рывок, Новый год, и все, короче, с чистого листа. Но я, как здравомыслящий человек, понимаю, что этого не произойдет, и одни наши все моменты, вирусы, экономика и все прочее в один момент не станет, как все было раньше. Это, знаете, такое... Это только желание, но людям, скажем так, это закладывают в голову, чтобы люди еще не отчаивались. А в Турции был такой момент в ЖКХ, в наших счетах, хотели внести такое, короче говоря, пришло такое рассмотрение типа закона, что сопутствующие расходы, то есть не то, что ты там в ЖЭКе, там, не знаю, нагорел у тебя свет, вода и все прочее, чтобы включали в счета жителей прочие расходы, там,
домовые какие-то, типа там юридические тяжбы, расход бумаги в офисе или еще что-то такое. То есть мы бы платили, это официально, типа, да, не только там за сжженный свет, но чтобы еще что контора, которая предоставляет себе услуги, она еще включала сюда свои доп. Расходы. Представляете, не только за конкретное, что ты использовал, а доп. Расходы офиса. Ну, грубо, если так объяснять, да? Что тут началось? Люди начали протестовать, ругаться, и, слава богу, это буча поднялась, потому что сумма там выходила не очень такие и маленькая, это было существенно, а включив еще экономическую ситуацию, лира сейчас просто на дне. Из всей своей истории это практически самые низкие показатели, лира упала. К слову сказать, буквально 3-4 года назад лира стоила 25 рублей, ну, 4 года где-то назад, а сейчас она стоит 9,50, 9,20, около 10 рублей. И рубль там как бы у нас тоже, знаете, да, с долларом. Ну, в общем, вы понимаете экономически, что как дорожают продукты, продукты очень сильно подорожали, вообще все, естественно, как и везде, но вот по продуктам я очень сильно замечаю, буквально какие-то на 30, 40, 50 рублей, если на наши деньги, да, перенести, например, пакет чипсов стал буквально там на 30-40 рублей дороже, чем раньше был. То есть я имею в виду, если разово что-то брать, какие-то моменты. А вот, короче, очень существенно для большинства населения в стране зарплата минимальная, какая здесь в Турции, это очень главное повышение такие цен, это жесть вообще. Слава богу, здесь все направлено на внутренний рынок, да, овощи, там, фрукты, много что у людей там растет, яйца там, курей, все-все-все прочее, то есть здесь есть свой рынок, это еще радует, но если бы было вообще все иностранное, я вообще не представляю, какие бы тут цены были, жесть. Так вот, вот эта борьба была за ЖКХ, вот этот пунктик, и люди победили, этот пункт убрали, вычитать эти средства, эти расходы идут на сами компании, короче говоря. Но реально это нелогично, несправедливо. Черт, мы покупаем у вас, ну, как бы, там, энергию, воду, все прочее, еще мы должны платить за ваши там расходы дополнительные, блин, ну, извините. Из хорошего, что коснулось меня, у нас открыли детские учреждения дошкольные, это садики и государственные, и частные. Вот здесь в Стамбуле, что закрыто было, Эрдоган выступил, их, скажем так, публично принизил мэра, чья инициатива, это же на местах была, так же, в принципе, как и Россия, да, каждые регионы, каждая здесь местность, они сами определяют по уровню заболевших людей, распространению, инфицированию, какие меры, насколько они жесткие. Общий карантин на выходных, локдаун, он везде существует в стране, но какие-то там учреждения, обучение, везде по-разному происходит. Так вот, в Стамбуле все было же закрыто, здесь самая, конечно, жесть. Так вот, президент демонстративно, скажем так, указал на то, что эти были меры излишни, и матери, цитирую, не являются жертвами, не должны быть жертвами в такой ситуации. Типа, тяжелая пандемия, они еще и работают, и работающие матери, то есть куда-то должны додевать своих детей. О чем, собственно, мы 2-3 недели и говорили вообще-то. Спасибо, что вообще заметили говорить об этом. Плюс еще я слышала краем уха, может, узнает побольше, расскажите, что будет выплата малому бизнесу, компенсация от государства в течение 3 месяцев по 1000 лир, это 10 тысяч рублей, ну, в общей сложности 3000 лир будет. Это маленькие, конечно, деньги, но это лучше, чем вообще ничего. Я не спорю, как бы тут не поспоришь, не скажешь. Для многих стало, скажем так, откровением, но честно, для меня это вообще не новость была, то, что на Новый год с 21 часа 31 декабря мы 3 дня, по сути, включительно сидим дома до 4-го, когда все выходят на работу. Это будут комендантские дни по всей стране. То есть нельзя... Здесь направлено на то, чтобы люди не ходили в гости, не поздравляли своих родственников и друзей, потому что не разносили, чтобы заразу не инфицировались. В условиях сложившихся, в принципе, это правильно. Я не против этой меры. Для меня это не новость. Об этом говорили последний месяц точно, может, даже полтора уже. И как бы все к этому морально готовы. Я до этого вам видео, да, говорила, что мы, блин, все будем кушать дома, рестораны закрыты, надо бы вообще успеть купить продукты до 31-го, потому что нас нафиг закроют. То есть эта тема в интернете мусорилась уже давно, месяца полтора, и мы к этому были готовы. Но когда об этом официально президент на прошлой неделе объявил, тоже в интернете были твиты, в Инстаграме всякие сообщения, типа: «О боже, да, закрою, как же мы без Нового года?» Знаете, что мне нравится? В людях здесь поражает.
По сути, религиозные люди, которых 50% населения в Турции, они не отмечают Новый год, этот год, праздник Новый год, это считается религиозно-христианским праздником, ну, Рождество, да, будем говорить про Рождество, для них Новый год, Рождество фактически одно и то же, вот честно. Люди религиозные, они не принимают, да, религиозную точку зрения или религиозный, как бы, момент праздника, поэтому люди, верующие в Турции, большинство елку не ставят, не отмечают, подарки не дарят, они дарят подарки, там, чисто символически, майку, трусы, носки, в 12 часов, когда бьют куранты, то, что наступил Новый год. Но не такое это масштабное здесь, потому что вера другая. Это логично. У них есть свой, скажем так, Новый год, Байрам, там, траля-ля, свои религиозные праздники. И меня что поражает? Вот я заметила в этом году, когда все закрыто, пандемия, здесь украшают в Стамбуле там всякие торговые центры, это все есть, ощущение там, праздников в садиках, делают елки на Новый год детям, концерты праздничные, как и в России, кстати, да, все тут по сути то же самое. Немножко по-другому, но суть, ну, у детей ощущение праздника есть, это для детей здесь делают праздник. Но в чем прикол, что вот сейчас я вижу, все магазины усыпаны елками, искусственными шарами, украшениями, гирляндами. В магазинах ставят елки, украшают, то есть стараются вот этого праздника гораздо больше, чем было раньше. И у меня нет лично ощущения в этом году праздника, потому что куча других всяких проблем вокруг, но все равно, мне кажется, сейчас в стране в силу вот этого тяжелого состояния морального людей, финансового, то есть такое угнетенное настроение, этот праздник используют по максимуму. Это, конечно, маркетинг, продажи, но, честно скажу, это не только повод заработать какую-то хоть денежку, люди в это очень, больше людей стали, я вижу реально в окнах напротив, в домах, очень у многих гирлянды горят, елки мигают вечерами, уже за месяц, начало декабря многие елки здесь в Турции поставили, представляете, то есть вот это ощущение праздника, здесь больше людей к этому сейчас подошли, дабы поднять себе настроение, ну окей, классно. Немножко расскажу о наших правилах, да, в нашем, мне задают вопросы туристы, ехать сюда, как вообще что происходит, смотрите, правила здесь по комендантскому дню, по штрафу на 3000 лир за то, что ты там вечером после 8 выходишь, все прочее, это для местных жителей. Про туристов. Если ты турист с паспортом, с обратными билетами и ваучером отеля, на тебя правила не распространяются. Ты можешь ходить, как и говорят, везде, пользоваться чем там, то, что хочешь. Короче, для тебя штрафа нет. Тебя проверят паспорт, ваучер отеля и отпустят, по сути. Но туристы, которые на ВНЖ здесь, они как бы туристы, не граждане, там никто, но у них долгий вид на жительство. Они снимают здесь квартиру, не живут в отеле. Они подчиняются правилам государства, как и местные жители. Вот в чем прикол. То есть, получается так двояко. Здесь люди пытались, как бы, кто здесь там больше, девчонки с комьюнити пишут в интернете, что, мол, там пытались от полиции отмазать, чтобы штрафа не было, я типа турист и все такое. Может быть, на раз проканывает, это от полицейского зависит, но лучше не рисковать. Так что туристы, кто едет сюда, вы с паспортом и ваучером отеля или там бронью отеля гуляете по улице, без проблем подходят, показывают, вас отпускают. По поводу приезда, да, в выходные дни, субботу, воскресенье, когда у нас полный локдаун в стране, как бы здесь нельзя местным жителям в основном передвигаться на машине. Я не знаю, если есть информация, напишите в комментариях. Говорят о том, что мне кто-то спрашивали, может быть, есть какое-то разрешение, можно взять на каком-нибудь госсайте, как здесь часто делают, чтобы можно было, например, съездить в аэропорт, встретить местную подписчицу, которая прилетает там к своему жениху в гости, как он ее будет встречать. Я пока такой информации не имею, что кто-то там какие-то разрешения дает, вообще, по сути, это, типа, нельзя, но таксистам здесь можно ездить, такси, вот в это время, скажем так, локдауна, закрытие, штрафы не платят, все им разрешается, и, по сути, для туристов это тоже сделано, ты из аэропорта, конечно, за немаленькие деньги такси здесь не дешевое, но ты, пожалуйста, передвигайся на такси, транспорт общественный, кстати, автобусы тоже ездят, метро работает, это не закрыто, просто туда ходить, как бы, местным нельзя, а туристам, пожалуйста, то есть свободно катайся. Я вижу, вот в выходной выхожу, у меня видно в бахче, в саду своем дорогу, как бы, да, где транспорт. И я вижу, да, дни, когда мы закрыты, то в те дни автобусы ездят, то есть обычные по городу. Они, кто-то же люди, они все равно продавцы в магазины, а в аптеке, они идут на работу, заводы многие работают. То есть это не освобождает от главной работы. Нельзя переходить, передвигаться. И очень интересно мне по поводу локдауна на Новый год, что... Как получится, будем ли мы эти 3 дня, я думаю, так и будет, до 5 вечера работают продуктовые магазины, то есть сходить покушать. Вот такие новости Турции интересные сегодня. Пишите ваши комментарии, что вы думаете об этом. И главная, конечно, новость, повторюсь, что Турция вот с сегодняшнего дня закрыла въезд для Англии. Также это Дания, Африка
и Австралия. На данный момент, пока я снимала видео, это было 4 страны. Возможно, список будет увеличиваться в зависимости от того, что распространение этого вируса, нового штампа будет проходить и в других странах. В общем, посмотрим, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. Под видео я всегда оставляю почту для писем, для контакта со мной или записи на психологические консультации. Спасибо всем за внимание, скоро увидимся, всем пока!